Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону. Второй его гонкой стал мужской спринт. На старт вышли более 80 участников. За медали спорили все лидеры сборной России. Представители национальной команды в итоге и разыграли награды. Чемпионом стал москвич Матвей Елисеев. Он допустил 2 промаха, но показал очень высокую скорость. Получилось весь сезон достаточно ровно пройти. То есть мы с тренером двигаемся в нужном направлении по ходу сезона. Вот я рад. Столичному атлету удалось обойти тюменца Александра Логинова. Сибиряк даже с 3 промахами при оглушительной поддержке болельщиков взял серебро. Он проиграл Елисееву 15,7 секунды. Ну, силы действительно остались. Конечно, 3 штрафа – это стрельба, можно сказать, никакая, но тем не менее, да, при этом рад, что сегодня, наверное, из-за таких тяжелых условий на трассе сегодня получилось показать хорошие скорости. А уже разобрались, что со стрельбой получилось? Поняли, какие были ошибки? Честно, стоя, да, мой промах был, немножко поторопился. А вот лежа пока не могу сказать, потому что еще с тренером не анализировали. Еще один звездный тюменец Евгений Гараничев не закрыл также 3 мишени, но при этом занял 18 место. Погодные условия всегда здесь, в принципе, тяжелые, потому что это не северный регион. И март, начало апреля, всегда здесь очень жарко. И поэтому, конечно, снег начинает подтаивать, но я скажу большое спасибо всем организаторам. Они посыпали селитры перед нашим стартом, и все равно полегче было. Но у нас уже был опыт, это и Эстерсунд более такая влажная, и тем более Холминколин, где мы бежали, еще хуже была каша. Тройку призеров замкнул Иван Томилов из Югры. Медаль ему принесла чистая стрельба.